Всем привет! Вы на канале Супер Лего Самоделки, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот баг и синенький баг, только поменьше. Ну что ж, приступаем к сборке. Серенького бага нам понадобятся вот такие детальки. Берем одну пластинку 2×4 и присоединяем вот эти все вот так. У нас получится 4 ряда. Вот так. Теперь берем одну пластинку 2×4 и ставим ее сверху. Берем вот такую, ставим ее здесь. Теперь вот такую. Вот такую и черненькую. И вот эти две ставим сверху. И получается у нас вот такой бак. Теперь приступаем к синему баку. Для синего бака нам понадобятся вот такие детальки. Берем синюю пластину 2×4. К ней присоединяем посередине вот такой вот бачок. Ну, от мусорки. И по бокам берем вот такие детали. Ставим их вот так, чтобы получилось вот как. Теперь берем вот такую вот детальку и ставим ее сверху. Теперь берем детальку со скосом синюю. И вот так вот делаем. Вот, чтобы получилось вот так. Теперь остается нам присоединить две детальки. Вот так. Получается вот такой маленький синий бак. И у серого бака так невозможно делать, а у этого можно. Он открывается, и сюда можно что-нибудь положить. Всем пока! Не забудьте подписываться на мой канал.